Всем привет, с вами я, меня зовут Жайка, и сразу давайте подпишемся на телеграм-канал. Там, кстати, очень круто. Ну и вот, сначала предыстория. Почему у меня это видео будет очень короткой? Конечно, да, обидно. Не, может быть, я как-нибудь растяну ролик, ну а так он у меня на 4 минуты, да. Две фигурки, 4 минуты, как так вы все не понимаете, но я сейчас попробую вкратце все рассказать. Короче, то видео, где я лепил скелетыкву, а в этом видео вы уже сами понимаете, кого я буду лепить, скелетыкву, то видео я нечаянно как-то удалил. Бывает, да, времена, когда я очищаю телефон, там, захожу в галерею, удаляю видео, которые уже были, которые я уже выпустил на YouTube. И, похоже, я не увидел то, что это я еще не выставил. И удалил скелетыкву полностью. И потом еще зашел в корзинку, там тоже все удалил. И это я только понял при монтаже. Да, ситуация не в первый раз такая случается, кстати, за всю историю моего канала. Где-то 2 года назад такое тоже было. Раньше вообще с этим очень часто бывало такое. Ну вот, мне, конечно, очень жалко, прям очень обидно. Я столько снимал. Ну давайте пока я начнем видосик, и дальше я это расскажу. Погнали! И давайте оторвемся чуть-чуть от темы. Кстати, нас уже 2000 подписчиков. Все очень круто. Короче, быстро заходите в телеграм-канал. Я испек торт в честь этого сам в первый раз. Можете там посмотреть, очень круто. Ну и вот, что я хотел продолжить. Ну и вот, у нас примерно уже вторую неделю что-то с электричеством. Включается каждый раз. И, конечно же, при этом очень сложно снимать видео. Я бы сказал, блин, очень сложно. Потому что, во-первых, нужен свет, который на электричестве. И... Да и вроде все. Ну и интернет, естественно. Ну вот, из-за этого так долго видео не выходило. Уже 12 дней, даже... Нет, 10 даже дней. Ну вы чё, это как так? Ну ничего, сейчас попрут видосики. Надеюсь, все будет очень круто. Ну и вообще... Вы все молодцы, что у нас уже 2000 подписчиков. И даже сейчас выключили свет, вот совсем недавно. Ну вот, продолжим лепить Сахабуша. Надеюсь, я правильно называю его имя. Вы видите, в каком стиле я его леплю, как, что и так далее. Просто у меня много тем, из-за этого не комментирую, как я, из чего и что его леплю. Надеюсь, все это видно. Его, конечно, попросили слепить подписчики. Они сами в курсе, про кого я говорю. Ну и вот, продолжайте писать в комментариях, и скоро у нас будет новая рубрика. Нет, My Singing Monsters останется, естественно. С помощью ее я набрал 2000 подписчиков. Да, спасибо. Похоже, очень много фанатов этой игры. Я сам не фанат, потому что про эту игру я только узнал 8 месяцев назад. И слепил 8 месяцев назад только 2 видосика. Даже, может быть, уже не 8, а 10 месяцев назад. Ну и вот, и сейчас уже я понимаю, в чем смысл игры, сам не играл. И, кстати, смотрите, какая прикольная штучка. Я взял вот такой вот светлый пластилин и просто вот так его вот так размазываю, и получается прикольная штучка. Ну и вот, теперь вы знаете, почему меня так долго не было. Кстати, очень было много людей, которые прям говорили, ну, где ты, когда видосики, прям переживали. Вот он, видосик. И да, и то он пошел как-то... Не очень, половина видосика просто пропала. А ведь один подписчик очень ждал скелетыкву уже давно. Он даже мне говорил, как ее лепить, все такое. Ну и вот. И прости то, что получается этого видосика нету. То есть, ну ты понял, этой половины видосика. Ну ничего, главное, вот я его слепил по вашим запросикам. Ну и все, вроде бы все рассказал, самое главное, что было. Ну и получился, пока у меня он вот такой сахабуш. Короче, вы увидели, как я сделал деревья, а дальше я просто покрасил сухой краской. И все. Сейчас будем делать его шляпу. В этом видосике, наверное, будет очень много монтажа, чтобы как-нибудь побольше сделать этот видосик. Так что давайте поблагодарите меня лайками. И все, просто лайками. Всем спасибо, кстати, которое, я не помню, в каком видосике я спросил, с какой вы страны. Очень много людей писали, с какой они страны. И всем спасибо, кто досмотрел до того моментика и сказал, с какой они страны.
Многие даже город писали. Ну и мне было очень интересно узнать, откуда меня смотрят. И я так понял, почти по всему миру. Ну и вот. Все вот готово, я его покрыл лаком, эту скелетыку. Ну и Сахабуша тоже покрыл лаком. На этом видосик заканчивается. На этой неделе ждите, естественно, видосик. Опа, опять котенок пришел. Кстати, кто не знал, мы ее назвали Мэгги. Ну и вот, вот такой вот Сахабуш получился. Он, по-моему, очень крутой. Скажите, если не крутой. Я более чем уверен, что понравится он каждому. Ну и вот. Желаю всем удачи, творческих успехов вам. Ну и главное, не болейте. Ну и увидимся, надеюсь, на этой неделе. Я надеюсь. Ну и всем, конечно же, пока. Пока-пока. Ну и, конечно же, как всегда, фоточка на превьюшку. Вот, сейчас. Все. Всем удачи, всем счастливо и всем пока-пока. Пока, удачи.